Мне трудно говорить про свой характер. Он неплохой, но непростой. У меня есть сильные стороны в характере. Ответственность, отзывчивость, стремление делать на пределе возможностей хорошо. Но я, бывает, ужасно ленюсь. Я надеюсь, что я достойно выгляжу в глазах окружающих. Ясно понимаю, что далеко не всем могу или должен нравиться. И это нормально. Бунтарь. Это очень громкий титул. Я не бунтовал ни против чего. Когда в институте появилась серьга в ухе, все решили, что я этим что-то заявляю. Окружающие смотрели искоса, с непониманием. Но я был рок-звездой. Я просто убежден, что мы — это то, что мы слушаем, смотрим, читаем. Люблю старые проверенные фильмы, спектакли, музыку. Наверное, потому что они выдержаны временем и испытаны мной. Я понимаю, что у меня есть и сильные, и слабые стороны. И это сильная сторона характера. Если меня люди знают, им интересно, что я делаю, они смотрят мои передачи и приветствуют, когда я выхожу на сцену в качестве ведущего, это приятно. Значит, ты не остался незамеченным. Недавно был на небезызвестной детской передаче, где я обнял ведущего, пожал ему лапку и сказал: «Дружочек мой, если существует ведущий, которому все должны сказать, мы выросли на твоих программах, так это ты». Я не увлечен собой до такой степени, как это можно придумать, глядя на меня со стороны. Я очень люблю учиться, и мне важен не просто сам результат, а момент достижения определенного уровня. Шоу-бизнес учит ответственность. И если мы говорим о серьезном уровне, ты привыкаешь выигрывать, понимая, что для этого надо работать. Иногда нужно идти ва-банк.